Мы видим денежные средства. Обратите внимание, это самые натуральные, обычные деньги, российские, завязанные обычными резиночками, да, денежными резиночками, для отправки в банк. Этих средств, там, насколько мне помнится, на 11 миллионов рублей. И эти денежные средства – самые натуральные деньги, сфотографированные обычно фотоаппаратом и завязанные для отправки в банк. Я вас еще прошу смотреть на экран и представить, что между вами и экраном протянута толстая, мощная нить, белевая веревка, канат, кому что угодно. Просто представьте, что эти деньги находятся перед вами, на экране, да, и к этому экрану привязана веревка. Что нужно делать? Хватайте за эту веревку, почувствуйте эту веревку в своих руках, почувствуйте, что вы сильно сжимаете эту веревку, да, и начинаете приближать к себе вожделенные вот эти 11 миллионов рублей. То есть перебираете потихоньку воображаемую веревку и сами подвигаетесь в это время к экрану. Что мы достигаем этим упражнением? Мы даем приказ, распоряжение нашему подсознанию, что именно вот эти денежные средства, допустим, сейчас их всего лишь там 11 миллионов, это всего лишь, да, нужны нам в самое ближайшее время. Каким образом мы достигаем того, чтобы подсознание нас поняло? Мы не понимаем слов подсознания. Мы делаем соответствующие движения и усилия по приближению этого радостного события. Итак, взяли и начинаем тянуть. Перебираем веревку. Чувствуем, как напрягаются руки. Веревка не поддается. Те деньги, 11 миллионов, все-таки имеют свой, в общем-то, вес. И приличный вес. Тянем, сами подвигаемся к экрану, видим, как денежные средства приближаются к нам. Приближается тот радостный момент, когда мы будем их иметь в буквальном смысле воочию. Потому что все в мире материально, мысль материальна. Сначала все рождается в наших с вами головах, потом это рождается вокруг нас в реальности. Сейчас мы создаем новую реальность, где вы разрешаете себе быть богатым. Итак, притягиваем средства и говорим себе, с этого момента я разрешаю себе быть богатым и успешным человеком. Да будет так. Рекомендую упражнение это повторить каждый день. И поверьте, все богатые люди делают очень похожее то, что делаем мы сейчас с вами. Это работа с подсознанием. Это работа с визуализацией, да? Прекрасно знаете эти слова. Теперь вы понимаете, как этими вещами можно пользоваться для того, чтобы достигать успеха. Все богатые люди работают над собой. Всегда. И денежные средства подтягивают таким же образом. Ну, просто в больших количествах.